Всем привет, с вами Лексер. Сегодня пятый день прогнозов на S1 Cologne 2016. Сегодня у нас полуфинал. И прошли в полуфинал следующие команды. Virtus.pro, SK Gaming, Liquid, Fnatic. К сожалению, Na'Vi сработало то правило, не ставь на Na'Vi. Америкосы все-таки показали, что такое Cobblestone. И что такое фарт от Simple. Там чисто челик сделал игру. Это Simple. Везде. И на нюке то же самое. 24 рефрага. Да что и на трейне. Нет, ну на трейне он еще включался в игру, так что. Чисто сделал игру только Simple. Больше никто. Остальные не так саппортили. Ну тут, думаю, уже и так очевидно, кто будет в финале. Это Фнатики. Потому что они победили Cologne 15, а SK Gaming взяли MLG. Да вот так. Я даже не знаю, чего на финале ставить, я честно. Бразильцы? Бразильцы. Они сегодня покажут, им наконец-то дали нормального соперника. Да, им дали нормального соперника, хотя они Г2 и так выиграли. Это был первый день. Сегодня, вот если SK Gaming плохо сыграет с Виртусами, я поставлю на Fnatic. Но если они покажут, Fallen включится, значит, это да, это выиграет. Ну да, вот как-то так. Ну ладно, всем спасибо за просмотр. С вами был Лексер. Подписывайтесь, выставляйте комментарии. Всем пока.